Форсирование Днепра начали в ночь с 25 на 26 ноября 1943 года. Под покровом ночи бойцы благополучно переправились через Днепр и 5 дней и ночей выдерживали яростные атаки противника. Шли жесточайшие бои за укрепление плацдарма на западном берегу Днепра. Редели ряды бойцов, боеприпасы подходили к концу. Немцы снова и снова шли в атаку при поддержке тигров. Старший лейтенант Истомин, опытный офицер, знал уязвимые места этого танка. С первого же выстрела из ПТР он поразил тигра, а затем второго. В это время в атаку пошли переправившиеся свежие наши части. Заговорила артиллерия, но не было уже в живых Василия, 25-летнего храброго офицера, отдавшего свою жизнь за Родину при выполнении боевого задания.